Вот так вот, ребята, тортик наш получился в разрезе. Крема много, пропитался хорошо. Надеюсь, очень вкусный. Ребенок себе расстелил постельку. И вот так вот сладко спит. Маленькая часть цветочков еще все стоит. Радует меня. Всем привет, ребятушки! С Новым годом вас, с новым счастьем, крепкого здоровья! Вот и наступил 23-й год. Дима две смены отработал, сегодня первый выходной. Ну и мы вышли на прогулочку. У нас на улице сегодня минус 10. Небольшой такой ветерочек. Вчера обещали штормовое предупреждение, но вчера и правда был очень сильный ветер. А на Новый год у нас был сильный-сильный снегопад. Такой, знаете, прямо хлопья снега такие крупные. И к ночи температура опустилась до 0 градусов. И вот вчера и позавчера, 31 и 1, было 0 градусов. А сегодня минус 8 было с утра, а к вечеру вот минус 10. Дима проснулся с ночной, мы покушали и пошли на свою любимую прогулочку. Всем всего самого-самого замечательного, ребятки. Ой, настроение хорошее, немножко, правда, чего-то у нас там приболели мы, но так, капелюшечку. У Димы горло заболело, а у меня сегодня в обеих ноздрях простуды выскочили. Но погулять вышли все равно. Так что куда же без прогулки-то? Город продолжает гулять. Третий день салюты не смолкаются. То с одной стороны, с другой, с третьей. И до поздней-поздней ночи все это бабахает. А 31 на 1 так вообще, наверное, до утра 8 так не смолкало. Хоть и городского гуляния не было, люди сами все собрались у городской елки, сами себе поднимали настроение, танцевали, музыка играла. В общем, ребята, Россию, и Россия наша непобедимая страна, самая мощная, самая дружная, и все обязательно будет хорошо, несмотря ни на что. В этом я уверена на 100%. Ой, мы все еще гуляем, ребята. Время уже 7 вечера, ветра нет, но вы, наверное, слышите. До сих пор бабах, бабах, бабах. Ой. А ночью 1 числа мы с Тошкой были вдвоем. И как начали салюты взрывать с начала 1 ночи. Так Тошка у меня не знал, куда спрятаться. Со всех сторон. Со стороны зала бабахают, со стороны кухни бабахают. Спальни бабахают. Он, бедненький, убежал в прихожую. Там в уголочек сел, ушки прижал. Ой. А я только ходила из одного окошка в другое посмотрю. Кино смотрела. Включила себе фильм про кота бездомного. Такой детский, детская кинокомедия. В общем, в 3 часа ночи, начало 4-го, спать пошла. Легла спать, выпила свои таблеточки. С ними так хорошо засыпается, ребята, и очень бодренько просыпается. Вот сколько я их пью тут? Совсем немножко, ну, может, дней 5, да? Вообще, результат просто меня очень радует.
Я стала засыпать нормально. Вот я перед сном выпиваю 2 капсулки, 5 HTP и магний плюс B6. Перед сном выпиваю, и все, в течение получаса я уже сплю. А то раньше я крутилась то так, то так, то так, и могла до утра не уснуть. А сейчас хорошо засыпаю, и рано, и самое главное, так в таком бодром состоянии просыпаюсь. В общем, жизнь налаживается, ребятушки. Ой, сейчас мы уже идем по тропе здоровья, уже до конток дошли, в заповедник сходили. В заповеднике столько еды, белочками, птичкам насыпано, и семечек, и сухофруктов, и хлебушка, чего только нет. Уточек не было, ребята. Уточки, наверное, улетели куда-то спать. Вот сейчас по тропе здоровья уже идем в сторону города, придем домой, и будет у нас поздний ужин, потому что Дима проснулся поздно с ночной. Обед у нас был, наверное, 3 часа. Так что сейчас придем и будем ужинать. Все, мои хорошенькие, всех целую, всех обнимаю, всем еще раз желаю крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого-самого прекрасного.